музыка – это огромная часть жизни очень многих. Любимая музыка прибавляет настроение, вдохновляет и, по мнению психологов, даже приоткрывает секреты вашей личности. Каким образом? Прежде чем узнать, подпишитесь на наш канал и нажмите на звоночек оповещений, чтобы не пропустить ни одной новинки от Эдми. А теперь вернемся к удивительной связи между музыкой и характером. В исследовании, проведенном университетом Хэриота Уатта, было опрошено более 36 тысяч участников, которых попросили указать свои любимые жанры музыки и описать свой характер. После анализа результатов ученые обнаружили, что люди с одинаковыми вкусами в музыке обладают схожими чертами характера. Так что у меня к вам только один вопрос. Какой ваш любимый музыкальный жанр? Пора узнать, что это означает. Номер один. Поп. Если вы большой фанат поп-музыки, скорее всего, вы экстраверт, а также трудолюбивый и честный. Вы любите знакомиться с людьми и обожаете приключения. Также у вас, вероятно, высокая самооценка, и в этом совершенно нет ничего плохого. Вы точно знаете, кем являетесь, а кем нет, и вы не считаете, что кому-то должны что-то доказывать. Вы энергичны и амбициозны, с четкими целями на будущее, и готовы усердно трудиться, чтобы сделать их реальностью. Но у любителей поп-музыки есть и свои недостатки. Исследователи полагают, что они менее творческие люди, нежели поклонники других жанров, а все потому, что они предпочитают смотреть на мир с практической точки зрения, и, безусловно, это качество помогает им на пути к успеху. Номер два. Рок. Многие люди считают рок агрессивной и тяжелой музыкой, поэтому любопытно узнать, что любители рока обычно интроверты, мечтатели и романтики. Если вы фанат рок-н-ролла, то у вас хорошо развиты творческие способности и интуиция. Любители рока видят в мире бесконечные возможности и хотят научиться всему без остатка. У них есть и романтическая сторона. Хоть они и редко влюбляются, но когда это происходит, то любят они всем сердцем и готовы на все, чтобы сделать своего партнера счастливым. Если вы цените рок выше других жанров, то вы гибкий человек, который быстро адаптируется к новым условиям и достигает в них самых высоких результатов. Однако у вас могут быть проблемы с самооценкой, потому что вы больше фокусируетесь на своих несовершенствах и склонны слишком критично к себе относиться. Номер три. Хип-хоп. Если ваши музыкальные подборки в основном состоят из рэп и хип-хоп композиций, скорее всего, вы экстраверт и легкий на подъем человек. Любители рэпа обычно душа компании, и у них исключительные социальные навыки. Они могут найти общий язык как с экстравертами, так и с интровертами. Именно по этой причине, если их общественная жизнь дает трещину, они начинают чувствовать пустоту и погружаются в депрессию. В отличие от фанатов рока, фанаты рэпа и хип-хопа мыслят логически, а не интуитивно. Они доверяют своему сенсорному восприятию и фокусируют свое внимание только на фактах. У них довольно высокая самооценка, которая порой начинает граничить с высокомерием и наглостью. И все же большинство любителей рэпа любят развлекать толпу и привлекают к себе людей своей неповторимой харизмой. Номер 4. Электронная музыка. Если вы обожаете электронную музыку, вы, вероятно, очень общительный человек, который придерживается своих принципов и никогда не идет на компромиссы с собой. Любители электронной музыки – это фанаты концертов и музыкальных фестивалей. Так же, как и любители хип-хопа, они реалисты и используют свои органы чувств, чтобы исследовать окружающий мир. Они предельно честны, и иногда это может стать причиной их неприятностей. Но прямо выражая свои мысли, они не хотят кого-то обидеть. Просто они предпочитают горькую правду сладкой лжи. Кроме того, они страстно относятся к своим убеждениям и ценностям и никогда не пойдут против своих моральных принципов.
Общаться с ними не всегда просто, но если вы найдете к ним подход, то получите самого верного, самоотверженного и веселого друга. Номер 5. Инди. Не секрет, что инди-музыка и группы с нестандартным звучанием завоевывают все больше и больше поклонников. Если вы из тех, кто находится в постоянном поиске новинок в жанре инди, то вы интроверт и интеллектуал. А еще вы очень творческий человек. И говоря творческий, я действительно имею в виду творческий. Фанаты инди-музыки – самые творческие люди из всех любителей музыки. Они умеют мыслить нестандартно и всегда полны новых идей. Это делает их отличными лидерами и мастерами мозговых штурмов. Единственное, что стоит у них на пути – это они сами. Они могут быть довольно ленивыми и пассивными, и зачастую ждут, когда проблема решится без их участия. Кроме того, они склонны к тревожности и депрессии. И все же, если они не поленятся побороть своих внутренних демонов, то с легкостью могут достичь любых вершин. Номер 6. Кантри. У музыки кантри тысячи верных поклонников по всему миру. Если вы один из них, вы расслаблены, дружелюбны и ответственны. И хотя песни в стиле кантри обычно посвящены душевным переживаниям, фанаты кантри редко поддаются плохому настроению и очень стабильны в эмоциональном плане. Для них стакан всегда наполовину полон, и если они поддаются грусти, то на это должна быть серьезная причина. Любители кантри-музыки от природы любят заботиться о других, и они хотят, чтобы все вокруг были счастливы. Поэтому, если вам когда-нибудь понадобится совет или крепкое плечо, они как раз те, кто вам нужен. Однако, несмотря на свое дружелюбие, они могут быть довольно застенчивыми и нерешительными, что мешает им достичь настоящего счастья в жизни. Номер 7. Джаз. Если вы не можете жить без джаза и блюза, вы умны, очаровательны и консервативны. Любители джаза наслаждаются простыми вещами, и для них отношения – самое главное в жизни. Они – верные друзья и большие семьянины. Они также любят порядок, и в их доме, и на рабочем месте всегда царит чистота. Что до общественной жизни, то любители джаза и блюза в основном интроверты. Они невероятно дружелюбны и открыты со всеми. Но чтобы завязать близкие отношения, им требуется время. Кроме того, они ответственны, организованы и надежны, что делает их отличными работниками и верными партнерами, о которых мечтает каждый. Номер 8. Танцевальная музыка. По данным исследования, если вы любите любую музыку, под которую можно танцевать, вы легкий на подъем и напористый человек. Вы любите рисковать и всегда первым прыгнете с обрыва или с парашютом. Больше всего в жизни вы цените приключения, поэтому для вас провести день дома – это потратить время впустую. И хотя такой подход к жизни добавляет вам радости и веселья, вы можете упустить из виду нечто очень важное. Любителям танцевальной музыки не хватает стабильности, и зачастую они оказываются в одиночестве, потому что не могут полностью открыться другим людям. Может быть, вам стоит снизить темп и оглядеться по сторонам? На большой скорости невозможно оценить истинную красоту жизни. Номер 9. Классическая музыка. К сожалению, в наши дни люди редко слушают классическую музыку. Но если вы из тех ценителей, кто предпочитает ее любым другим жанрам, то вы исключительно умны и уверены в себе. Вы находите здоровый баланс между уверенностью и высокомерием. Вы цените свои способности и принимаете свои недостатки, не ставя себя выше других. И именно в этом заключается ваш природный магнетизм. Вы спокойны и расслаблены, и этим привлекаете людей.
Любители классической музыки обычно интроверты, и с самими собой им комфортно. Кроме того, так же как и фанаты рока, они очень творческие и часто пишут стихи, рисуют, играют на сцене и занимаются другой творческой деятельностью. А какой любимый жанр у вас и почему? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк и поделиться им с друзьями. Подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к AdMe.